Приветствую тебя, дорогой зритель, на своем канале. Сегодня мы поговорим о смартфоне Nokia 6, производством которого в данный момент занимается компания HMD Global. Чем может привлечь этот аппарат своего потенциального покупателя? Это операционная система Android 7, 5,5-дюймовый IPS-экран, камера от Samsung с разрешением 16 мегапикселей, селфи-камера на 8 мегапикселей. А теперь более подробно о самом девайсе. Смартфон будет поставляться в белой картонной коробке с цветным изображением сплетенных рук и названием бренда на лицевой стороне. На обратной стороне коробки изображен сам девайс и его краткая техническая характеристика. В комплект входит сам аппарат, зарядное устройство, шнур микро-USB на USB, наушники, техдокументация и скрепка для извлечения лотка под сим-карты. Цельный корпус устройства полностью выполнен из черного матового алюминия 6000 серии и, как заявляет сам производитель, с самым высоким уровнем визуального и структурного качества. Сверху и снизу размещены две пластиковые вставки для антенн. На тыльной стороне смартфона мы видим немного выступающую над основной панелью область с камерой и вспышкой, микрофон для шумоподавления и логотип торговой марки Nokia. Слева разместились кнопка питания и качелька регулировки громкости. Справа слот под две нано-сим-карты с возможностью замены на карту памяти microSD объемом до 128 ГБ. На верхний торец производитель поместил аудиоразъем на 3,5 мм. На нижний торец разъем под microUSB и небольшие отверстия под основной динамик и разговорный микрофон, которые могут работать и как стереодинамики. Большую часть лицевой панели занял построенный на LCD-матрице 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD 1080 на 1920 пикселей. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3, который по краям немножечко скруглен, что придает экрану 2,5D эффект. Плотность пикселей здесь составляет 401 ppi, что обеспечивает четкое с естественными цветами изображение на экране. Также не будет проблем с видимостью экрана ни на ярком солнце, ни при чтении в темноте. Есть ручная настройка цветопередачи. Углы обзора широкие. Под дисплеем в центре расположена одна аппаратная клавиша управления со встроенным в нее сканером отпечатка пальца и по бокам две сенсорные кнопки с белой подсветкой. Сканер работает быстро. Над экраном имеются фронтальная камера, прорезь под динамик, датчик освещенности и приближения и логотип бренда Nokia. Основная камера в смартфоне на 16 мегапикселей от Samsung с апертурой f2 и пикселем в 1 микрон, фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой. Также заявлено эксклюзивное приложение камеры с функцией автоматического распознавания сцены. При дневном свете снимки получаются с хорошей детализацией и естественными цветами. Если освещения недостаточно, то будут присутствовать шумы. Есть запись видео с разрешением Full HD до 60 кадров в секунду. Фронтальная камера на 8 мегапикселей с диафрагмой f2. Размер пикселя 1,12 микрона с шириной угла обзора 85 градусов, предназначена для селфи и видеоразговоров. За звук в смартфоне отвечают два стереодинамика, двойные смарт-усилители аудиосигнала NXP, которые обеспечивают звук на 6 дБ громче, более глубокое звучание басов и непревзойденную четкость звука, нежели обычный усилитель. Есть поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos. Все вышеперечисленное говорит о том, что звучание в аппарате будет достойным
и для прослушивания музыки, и для просмотра видеоконтента. В аппарате установлена операционная система Android 7 Nougat. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 430 от Qualcomm, работающий на тактовой частоте 1,4 ГГц. Оперативной памяти есть целых 4 ГБ, что должно позитивно повлиять на стабильность работы операционной системы. Встроенной памяти 64 ГБ, а расширить ее можно с помощью карт памяти microSD до 128 ГБ. За графику смартфона отвечает контроллер Adreno 505. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3. Что обеспечивает до 18 часов автономной работы в режиме разговора, до 22 часов воспроизведения музыки и целых 768 часов функционирования в режиме ожидания. Результаты в бенчмарках. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11, ABGN, Bluetooth 4.1, за навигацию отвечают модули GPS, AGPS, поддержка GLONASS. Цена на представленный девайс будет в районе $250, что можно отнести к плюсам. Все плюсы я выделил еще в начале обзора. К минусам можно отнести небольшую емкость батареи и не самую высокую производительность. Анонс новинок. Компания Asus в Индии официально представила смартфон под названием Zenfone 3S Max. Новинка является улучшенным вариантом модели прошлого года выпуска Zenfone 3 Max. В числе изменений аккумулятор увеличенный до 5000 мАч емкости, что, по словам производителя, обеспечит до 3 суток автономности в смешанном режиме. В сердце изделия лежит 8-ядерный чипсет MediaTek MT6750, IPS-экран с 5,2-дюймовой диагональю, защищенный стеклом 2,5D со скругленными краями, имеет разрешение 1280 на 720 точек HD. Роль управляющего отдана операционной системе Android 7 Nougat, дополненной настройкой Zen UI 3. В наличии 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, модули Bluetooth 4, Wi-Fi, 4G LTE и GPS, камеры на 8 и 13 мегапикселей, дактилоскопический сенсор, а также 2 SIM-слота и 1 microSD. Девайс облачен в корпус из алюминия и доступен в золотистом и черном исполнениях примерно за $222. На сегодня все. Спасибо всем, кто смотрит и слушает мой обзор. Не пропустите следующую новинку на моем канале. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Бай-бай!